Привет. Привет. Что случилось? Мне страшно. Я не знаю, что мне делать. Вот какое меня будущее ждет? А ребенка? Когда все узнают. Представляешь, какой грязью меня обольют? Я до конца дней своих не вернусь. Значит так. Давай не будем бежать впереди паровоза, хорошо? Будем решать проблемы по мере их поступления. Ты говорила с Авдеевым? Да. А он что? Он сказал делать аборт. Лер, мы с Мишей тебе поможем. А что касается слухов, от них никуда не денешься. Ну, тебе теперь какая разница? Ты должна о себе думать, а не о том, кто что скажет за твоей спиной. Ты слышишь? Значит так, мою Аньку вела потрясающая тетка. У нее одни знаменитости рожают. Великолепный врач. И как человек очень душевный. Я тебя на завтрак к ней запишу. Пойдем вместе, хорошо? Самое главное забыла тебе сказать. Все будет хорошо. Да? Хорошо. С утренними процедурами мы закончили. В 2 часа новый массажист придет. Посмотрите его? Прекрасно. Нет, вы знаете, я не смогу. Меня не будет. Но вы же хотели с ним познакомиться. В 2 часа у меня очень важная встреча. Может, тогда перенести массажиста? Да нет, я вам доверяю. И потом у нас еще будет очень много времени с ним познакомиться. Кто бы это мог быть? Для массажиста очень рано. Лера дома? Да, на кухне. Здравствуйте. Привет. Куда пропала? Да я не пропала, просто как-то замоталась. И ты же знаешь, сколько проблем. По поводу номера неопознанного. Новости есть? Пока никаких новостей нет. Лер, мы же договаривались не затягивать с этим. Послушай, если что-нибудь будет, я обязательно сообщу. А сейчас, извини, пожалуйста, не нужно собираться. Да? Точно? Там должна быть вмятина на капоте. Ясно. Джип нашли? Да. Машина в угоне, стоит со дня наезда. Внутри нашли что-нибудь? Вырезано все. И в салоне, и в багажнике. Место выбрано хорошее.
Людей в округе нет. Заезд на свалку с другой стороны. Ну, нужно постараться найти свидетелей. Угу. Так какие тут свидетели? Значит, надо искать. О результатах прошу сообщить мне лично. Угу. Это что? Здесь железнодорожная станция неподалеку. Преступник должен был как-то выбираться. Валерия Андреевна, подождите. Во сколько электричка в город отправляется после 4? В 5 часов есть одна, а следующая через 40 минут. Значит, ориентируемся на 5. Угу. Так, сразу исключаем женщин, стариков и детей. Угу. Стоп. Вот не так уж и много. Разрешите? Ага. Что? Нет, ничего. Мне пора. Вы работаете. Спасибо. До свидания. Всегда в своем репертуаре. Слушай, я опоздала всего на 5 минут, они даже не заметят. Олечка, ну где вы ходите? Я вас потеряла. Алла Григорьевна, простите, пожалуйста, я во всем виновата. Вот, Лера, моя подруга. На самом деле, это я во всем виновата. Я прошу прощения за опоздание. Валерия. Очень приятно. Пойдемте со мной. Угу. Идемте. Посмотрим. Ну что, дорогая моя, а что вы так нервничаете? По-моему, у вас есть все шансы родить замечательного малыша. Ну вот, я же тебе говорила, а ты переживала. Я так понимаю, что картина неполная, что нужно дождаться анализов по результатам УЗИ? Ну, я, как правило, не ошибаюсь. Только давайте мы с вами договоримся. С сегодняшнего дня никаких переживаний. Хорошее питание, свежий воздух, плюс я вам дам список витаминов. Формула простая. Здорово, мамочка, здоров, малыш. Вы работаете? Еще как работает. Она у нас большой начальник. А работа нервная, сами понимаете. Нагрузка соответствующая. Нет, это нам не подходит. Что? Значит, не подходит. Я что, должна все взять и бросить? Так, дорогая моя, вы теперь мамочка, а не директор. И теперь ваша жизнь совершенно изменится. Вы это осознаете? Я все поняла. Все в сборе? Тогда начнем. Дорогие мои, ни для кого из вас не секрет, что в последнее время наше агентство терпит серьезные финансовые затруднения. В этот трудный момент мне бы хотелось быть вместе с вами, но, увы, мне очень непросто это говорить. Но я вынуждена
постепенно отойти от дела в агентстве и по состоянию здоровья. Что? Валерия Андреевна, что с вами? Что-то серьезное? А кто ж вас заменит? Я думаю, Валерия Андреевна приняла решение не просто так. Значит, на это были весомые причины. В конце концов, она доверяет нам всем. О! Последние новости, слыхали? Петр, здравствуй. У нас совещание. Я прошу прощения. Я просто уточнить хотел. Вы же всем уже сообщили? О чем? О своей беременности. Что? Что же вы молчите, Валерия Андреевна? Вы нам, пожалуйста, расскажите, кто же таинственный отец ребенка. Вряд ли это Юрий Петрович. Извините, пожалуйста, мне кажется, что это касается только меня. Я прошу прощения, совещание закончено. Спрятался, а? Привет, малыш. Да не слышит он тебя, он еще маленький, у него нет уши. Ничего себе, а доктор сказал с виноградинкой. Эй, виноградинка, это папа. Ну-ка, мама, поговори с твоей виноградинкой. Вы еще здесь? Да. Ой, это очень хорошо. Смотрите, из архива прислали дело Смирнова. Ну, я тоже тут подобрал информацию, там, личная жизнь, значимые расследования. В общем, довольно много интересного. Кстати, журналистка эта вообще огонь оказывается. Ты это, молодец. Ага. Вы просто представьте, после покушения, значит, врачи отказались от мужа, так она его домой забрала, 5 лет борется и не сдается. И агентство у них раньше огонь было. Я даже не знал, Смирнов, это легенда, оказывается. Саня, Саня, черт. Вы где? Только дело возьмите. Да возьму. Это? Да, вот здесь. Да, беру. Давай, Саня, ты это, приберись, пожалуйста. Ваш чек. Простите, ребят. Здравствуйте. Пропустите, извините. Держите. Это что, оборзел, что ли? Категория лиц обслуживания без очереди. Прикладывайте карту. Ага. Ой, ребята, уже 23 часа. Алкоголь уже не продается. Вот сука.
Куда? Папа, да стой, папа! Папа, смотри! Папа! Папа, мой! Да! Молодец! Лёха очковый! Да наш папа никогда не сдаёт! Ты как не был? Смирнов Юрий Петрович. Олег Николаевич, доброе утро. Да. Слушайте, как вы нас сегодня? А я думаю, кто ключ взял? Слушайте, как вы хорошо сегодня выглядите. Что это? Холодненькое. Открывать? Нет. Много работы. Убери. Ладно. Я изучил материалы. Похоже, этот Смирнов копал под кого-то очень большого. Этот большой теперь заметает следы. Так что наезд на следователя не был случайностью. Получается, журналистка была права. Получается, что мы начинаем поиски водителя джипа. Это наша единственная зацепка. У меня к тебе задание. Так. Ты минералочек холодненький не найдешь где-нибудь? Да. Галя, а где все? Какая-то важная встреча. Авдеев заболел, Файбисович... А что, они заранее не знали, что у нас сегодня летучка? Какие будут распоряжения? Я еще здесь. Если это повторится, все будут уволены. Поняла. Тебе сейчас нельзя волноваться. Борис Семенович, летучки не будет. Вы можете быть свободны. Знаешь, Лера, моему внуку сейчас 5. Я раньше с детьми не общался. Бывшая против настраивала. А сейчас каждую неделю увидимся. И ты знаешь, это какой-то космос. Я когда был один, чувствовал себя растением. Вроде бы живешь, работаешь. А для кого? Зачем? Как я им это объясню? Они меня не поймут и не простят. Простят. Вспомни, когда Юра уходил из семьи, его тоже никто не понимал. А потом все как-то встало на свои места. Так что наберись терпения. Сколько уже? 8 недель. Что врачи? Говорят, что все хорошо. Ну вот, слава богу. Да, Оль. Ну рассказывай, как дела, что нового? Да ты знаешь, все хорошо. Да ладно. Ты ли это? Я не ошиблась номером? Молодец. Так держать. Я за тебя очень рада. Ой, Тополев пришел. Перезвоню. Привет. Салют. Кто звонил? Лерка. Лерка? Садись, а ты не успеешь. Угу. Ну что, хорошие новости? Ну, так. Так. Харчо. Ну давай, харчо. Все, хватит. Ну, рассказывай, не мучайся, а?
Но. Лерка беременна. Как беременна? Подожди, а от кого? И он туда же. Ни от кого. ЭКО сделала. А ты что, не рад, что ли? ЭКО? Угу. Да не, я рад, просто как-то неожиданно. Но если что-то надо от нас, ты скажи, пусть не стесняется. Угу. Не, молодец, Лерка. Ну, семья, дети. Это же самое главное. Угу. Это я уже понял. Выполняйте. Разрешите войти? Да. Николай Викторович, есть пару минут? Ильин, все отчеты сдать в срок. Поблажек не будет. Еще бы, конечно. Слушайте, я по делу о наезде. По камерам на трассе удалось... Кто ж так завязывает? Найти брошенный джип. Собака на месте взяла след. Вывела на железнодорожную станцию. С помощью камер видеонаблюдения на станции нам удалось вычислить несколько лиц, возможно, причастных к этому преступлению. Вот они. В общем, я прошу дать людей для активного поиска преступника. Что, побрился, что ли? Ильин, откуда такое рвение? И я тебя не узнаю. У тебя что, работы мало? Николай Викторович, это... Это не рядовой ДТП. Это как-то связано с покушением на журналиста Смирнова. Помните? Вот. 5 лет назад. Я достал это дело из архива, изучил подробно все материалы. В общем, его необходимо отправить на доследование. Заходи. Какое доследование? Так вот что, Ильин, ты давай это, не усложняй. ДТП расследуем в штатном режиме. Какие люди? Мы и так тут зашиваемся. Ты мне лучше отчет принеси. У тебя, кстати, готов? Так в лучшем виде. А что это с Ильиным? А, подшился, наверное. Вот и засвербило. Ну что? Ну что, что? Отказали. Вот черт. А что теперь делать? Ты будешь делать мне кофе. Давай. И вообще, возьмешь на себя всю текучку, бытовуху и так далее. А я плотно займусь этим делом. Слушайте, ну я тоже хочу поучаствовать. Саш, и вообще, делай, как я скажу, и все будет хорошо, правда? М? Угу. А с кем я говорю? Это не важно. Давайте через час введение 18 и приезжайте один. Это в ваших же интересах. А в чем мой интерес? Интерес ваш в том, чтобы не заниматься такой ерундой, как случайное ДТП. Ну так что? Я приеду. Отлично. До встречи. Сань, в общем, так получается. Исключительно. Так получается, что ты на сегодня свободен. А кто звонил? По личному вопросу. Ага. Все, давай. Давай домой. Давай, 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 давай. Домой. Ага. Домой, домой. Дуй. Невеста, привет. Осторожненько, майор. Ствол на землю. А теперь медленно поворачивайся. Вот так. Что нужно?
Денег хочу тебе дать. Закроешь дело о наезде, уйдешь из следаков, поедешь на море и будешь там бухать спокойно, пока здоровье позволяет. Заманчиво. А ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Ну, конечно, майор. Поэтому и сумма будет хорошая. Это аванс. Ну, что скажешь? О, порядком. Только вот, какие у меня гарантии, что после этого вы меня не сольете? Я даже не вижу, с кем говорю. Гарантии? Папа! Ты что тут делаешь? Ушел? Олег Николаевич, я хотел подстраховать. Подстраховать он хотел. Ты хоть понял, что он творил? Подстраховать! Простите, я хотел как лучше. Как лучше он хотел. Имбецил. Простите. Смирнова на завтра вызови. Есть. Валерия Андреевна, присаживайтесь. А, слушайте, вы мне что-нибудь предложили? Может, чай, кофе? Давайте я сделаю. Нет, спасибо. Ближе к делу. Как скажете. Ну, я хочу вам сказать, что новости у нас хорошие. Нам удалось засечь человека, который предположительно был за рулем джипа, сбившего следователя Ладыгина. Вот, посмотрите. Вы знаете, вы его видели? Саш, сходи, перекуси. Так я только завтракал. Саш, сходи, перекуси. А, я понял. Валерий Андреевна, я действительно хочу вам помочь. Вы сильный человек, это заслуживает уважения. Это хороший пример. Посмотрите повнимательнее, узнаете? Веди себя правильно. Это не он. Точно. За рулем автомобиля был мужчина с темными, вьющимися волосами. А этот лысый. Ясно. Ну что же вы раньше об этом не сообщили? Мне казалось, вы этим как-то не очень интересовались. Я могу идти? Не смею его задерживать, да? Разрешите? Опа, опа, опа. Извините. Да ничего. Меня?
дружище. Повтори. Ты что будешь? Ничего, спасибо. Не-не-не-не, стой. Так не пойдет. Я выдал дочку замуж. Так просто не отвертишься. Повторим за мой счет. Сделаем. Ой, гляди, какая это у меня красавица. Ой, вчера еще пешком под стол бегала. Рад за вас. Скоро дедом стану. Даже сам не верю. Давай выпьем. За семью, за детей, как говорится, за главное. Да. А что ты такой невеселый? А я вот оказался не готов к этому главному. Чему? Семейной жизни. Знаешь, я тебе сейчас скажу. Если ты был не готов, значит, ты не любил. Вот так. А если ты не любил, то и переживать не стоит. Понимаешь, найдешь ты еще свою, как говорится, единственную. Понимаешь? Все. Давай, выпьем за любовь. Давай. Любовь ведь это основное. Лера, Лера, удели мне, пожалуйста, минуту, это очень важно. Пойдем. О чем ты хотел со мной поговорить? Я хочу быть отцом. Я понимаю, тебе нужно время, я не буду давить. Но ребенку нужен отец, и он у него есть. Извини. Да, Маша. Что случилось? Успокойтесь. Что? Юра. Лера. Давайте быстрее. Юрка, смотри, кто пришел. Проходите, проходите ближе. Юра, привет. Привет, старичок. Смотрите, реагирует. Улыбается. Юркина фирменная улыбка. Теперь самое главное — найти специалистов по реабилитации. Ну вот, я уже кинула клич. Ага. Ничего, не волнуйся, вот, все узнаем. Пусть их будет больше, чтобы можно было выбрать. А сейчас уже можно что-то прогнозировать? Да нет, но пока трудно, но процесс-то пошел. Пошел.
Извините, по работе. Да. Я верю в то, что ты скоро заговоришь, скоро встанешь, и мы пойдем гулять. Ой, я тоже в этом не сомневаюсь. Лерка, какая ты счастливая. Он простит меня? Конечно. Кто-нибудь знает, что там за важное сообщение? Двойня, наверное. Друзья мои, у нас с вами радость. Я должна сообщить вам, что Юрий Петрович вышел из комы. Даже не верю. Так, Верочка, что значит вышел из комы? Ого, дождались. Очнулся? Он... Вот это новость. Глаза открыты. И улыбается. Ух, чего себе. Ну? Класс. Ну, что сидим? Это надо отпраздновать? Ой, Андрей, если бы не ваш счет, если бы не каждый из вас, только спасибо вам. Поздравляю, ты молодец. Я не понимаю, в чем подвох. Она реально счастлива. За Юрия Петровича. Лерочка, спасибо. Именно Петя. Она счастлива. Откуда она взяла, что он кучерявый? Маша, это вы? Собеседование назначено на час.
Мне Юрий Петрович назначал. Ну, добрый день. Я прошу прощения, Юрий Петрович немного задерживается. Он вас обязательно примет, но позже. Подождите, пожалуйста, в холле. Хорошо. Его не было на летучке. Теперь вот он пропускает это собеседование. Он что-нибудь говорил? Только то, что едет навстречу. Сказал, что к летучке вернется. Странно. Может быть, он все-таки что-то сказал? Юрий Петрович отменил все дела на ближайшие дни. Просил ни в коем случае вам ни о чем не рассказывать. Только вы потом не говорите, что я вам рассказала. Я ничего не понимаю. Появлялся? Нет. Он вам не сказал, с кем поехал встречаться? С последним расследованием у него появилась паранойя. Слова не вытянешь. Алло. Ну, мы тут все уже просто с ног сбились, на ушах стоим. Ты где? Что-то случилось? Что значит мой телефонный разговор? Давай скорее. Что произошло, ты можешь объяснить? Садись. Нам грозит опасность. Просто доверься мне. Все будет хорошо. Потрудись уже, пожалуйста, объяснить мне, в конце концов, что происходит. Нам придется пробыть здесь некоторое время. А что случилось? У нас есть одно очень важное дело. И мы должны заняться им прямо здесь. И прямо сейчас. Какое дело? Нам нужен ребенок. Юра. Я чуть с ума не сошла от страха. Я в офисе никого не предупредила. Ну, Юра, ну что ты делаешь-то? Ну, детский сад какой-то, правда. Офис подождет. Нас всех постигло великое горе. Погасла ярчайшая звезда отечественной журналистики. А вместе с Юрой ушла целая эпоха. Когда журналистика была призванием, а не способом обогащения. Нам Юру уже не вернуть, но навсегда он останется примером для каждого из нас. Лер, скажи что-нибудь напоследок. Лерочка, надо сказать слова. Ты сможешь? Хочу кое-что показать тебе. Я телефон выронил в автобусе. Набери мне, пожалуйста. Позвонишь. Гудок есть.
Можно я проверю под сиденьями? Да, конечно. Я быстро. Сейчас. Подожди. Оля, извини, пожалуйста. Лерочка, там к поминкам все готово. Можем ехать. Я не смогу. Я поеду домой. Да, конечно. Ничего страшного. Я думаю, что все поймут. Спасибо. Нашел? Угу. Ну, хорошо. Я тебя провожу к машине? Да, пожалуйста.